В городе Нео-Атаку есть два типа людей. Первые могут напеть опенинг Sailor Moon на японском. А вторые тут проездом. Когда совершается преступление против аниме, никто не звонит в полицию. Ведь есть отдел аниме-преступлений. Отдел аниме-преступлений. Черт возьми, Санзаки! А ну стой! Брось детонатор! Если ты сделаешь хотя бы еще один шаг, эти контейнеры взлетят на воздух! Подумай об этих женщинах, детектив. Ты хочешь, чтобы их кровь была на твоей совести? Знаешь, что это? Это 45-й MWTRG доминатор из психопаспорта. Официальная копия из пластика высшего качества. Переделан под стрельбу 6-миллиметровыми шариками, как Tokyo Maru M9. И сейчас ты думаешь, отстрелял ли я 26 пулек или только 25? Не. Я думаю, насколько же ты тупо рассчитаешь, что можешь убить меня из страйкбольного оружия? Нет. Не убить. Все в порядке, девочки. Вы в безопасности. 4 контейнера, полные контрабандных докимакур вайфу. Вы груди встали на их защиту. Из-за пышной груди их и бросили в этот контейнер, малой. Сэр? Прости, этот город сводит меня с ума. Пока в одном месте мы спасаем вайфу от секс-рабства, в другом разбирают на части коллекционные гандамы. Все эти роботы потеряны навсегда. Я думал, ты завязал с Поки. А ты со своими упреками. Какое следующее дело, шеф? Ты ведь не по плечу пришел меня похлопать и похвалить за сугойную работу? Вандализм в парке Тецуга Канда. И что? Проблема в том, что там написали. 3 слова, которые превратят этот город в пепел. Господи. Может вспыхнуть война между бандами саберов и даберов. Именно. Поэтому я назначаю тебе напарника. Напарника? Эта миссия важна, и чтобы ты не строил себя в одиночку, мы даем тебе щенка. Прямиком из малой полицейской академии, она быстро схватывает. Я уверен, вы отлично поладите. Я детектив Дизель. Для меня честь познакомиться с вами, сэр. У кого из Юрий на льду самая сочная попка? Что? Сочная попка! Не трать мое время! Я не смотрела Юрий на льду. Кристоф Джакометти. Проклятье. Так и знал, что ты всего лишь позер Виабу. Это не так. Я люблю аниме. И какое твое любимое? Дигимон. Сделаю вид, что этого не слышал. Что говорят криминалисты? Ну, это обычная краска, но шрифт Гельветика. Саберы по нему с ума сходят. Что, несколько странно. Если это сделали саберы, то почему даб не саб? Разве не должно быть наоборот? Мы ведь в центре территории банды даберов. Не могу поверить, что они испоганили такой прекрасный памятник. Статуя была краеугольным камнем парка, и теперь ее придется перекрасить. Спешили, наверное. Вот и накосячили. Но если это сделали саберы... Оставь свои теории для Тамблера. Мы тут реальным делом заняты. Детектив. А вы кто? Боб Дагнат. Я пожертвовал эту статую парку. Мистер Дагнат, глава М4Е. Компании по издательству манги. Если преступников не накажут, я лично прослежу за тем, чтобы твою задницу понизили до расследования с тентаклями быстрее, чем ты успеешь скрыть зависимость от Паки. Курия Кэйдж. Кто я, ты в команде? Почему они война на Йозия? Что такое Нега? Не обращай на нее внимания. Она дигимонов смотрит. Что вы знаете о граффити в парке Тецу Канеда, Тецу Канеда? Но ваш шрифт был...
Сэр, мои учения по дигимонам научили меня, как вычислить лжеца, и я не думаю, что она врет. Если я захочу послушать легенду об Аанге, я спрошу. А пока это мое расследование, так что сиди тихо. Я уже устала от вашего неуважения. Выгода! Миро! Тавати, чьяно накама, я ради шиматтео! Я ради тэра, я ради кайс! 兄貴、代償を払う覚悟はできてるんだろうな。行っちゃえ！ Проклятие! Война банд такого масштаба уничтожит город. Погоди-ка. Кто это? Ты спасла меня. Вы тайли моего Изи, сэр. Это персонаж из Дигимонов? Кажется, мне есть чему поучиться. Я бы посоветовал начать с манги. Она дает много... Манга! Боже мой! Ты раскрыла дело! Давай. Нужно остановить войну. Отдел аниме преступлений. Мы вам отомстим за наш памятник. Да, море! Я воспользуюсь силой света, чтобы убить тебя! Ну же! Стойте! Вам не нужно драться! Ты еще как надо, дружбан. Мы пришли сюда драться и устроить бой. Вы обвиняете друг друга в преступлениях, которых не совершали. Настоящий виновник. Боб Дагнет, владелец М4 и компании по манге. Этот памятник на территории даберов, а значит граффити звучит бессмысленно. Если только вы не читали его справа налево. Как и надпись на базе саберов. Так и есть. Дело не в субтитрах или озвучке, а в аниме. Против оригинальной манги. Вы вообще хоть читали оригиналы Киры? Из аниме вырезали половину персонажей? Половину? Слушайте, мы все разные. Кому-то озвучка, кому-то субтитры, а кто-то тащится от дигимонов. Нельзя позволить взглядам разделить нас, ведь в конце концов, нас всех объединяет взаимная любовь к анимации. Мы с Кимико объявляем этот парк. Я завязал. Видимо, ты его все-таки чему-то научила. Больше не повторится, сэр. Очень надеюсь. Потому что мы сейчас узнали об украденной уникальной карте Югио. Что скажешь, Джо? Еще не устал от подражательницы Виабу? Не волнуйся, Дизель. Ты такая же Виабу, как и все. За дело. Я услышу 38, 38 тысяч долларов. Я слышу 38. Да, джентльмен с эльфийскими ушами, 38 тысяч. Кто даст 39? 39, кто даст 39? Да, мисс в черном, 39 тысяч. Я услышу 40? Да, 40 тысяч долларов. Раз, два. Продано джентльмену в маске и смокинге за 40 тысяч долларов. Следующий лот, возможно, самая редкая карта Югио, известная человечеству, созданная как часть эксклюзивного сотрудничества между Акирой Тарияма и Казуки Такахаши. Представляю вам. Супер Саяна Темного Мага! Это не Темный Маг или Супер Саян? Это Диглет! Да я лучше хлебну дерьма, чем куплю Диглета! О боже! Нас ограбили! Отдел аниме преступлений. Кстати, слыхали о похищении Супер Саяна Темного Мага? Ха, да,
Вот это грабеж. Интересно, что с ней случилось. Не разыграют же они ее в обычной игре, верно? Думаю, они отправились в подполье синдиката. Мы можем играть с тем, что есть здесь, но ставки у них намного больше. Ну надо же. Ты активировал нашу карту-ловушку. Что? Вот черт! Ты мне отвратителен! Играть, чтобы отнять карту! Это идет вразрез со всем, за что стоит Юкио! Да ну! Почему бы тебе не расспросить об этом своего приятеля Джо? Я-то думал, где я тебя видел? Замолкни! Он заядлый игрок в Югио. Леди, я как-то увидел, как этот парень отобрал легендарного голубоглазого белого дракона восьмилетки. Это правда? Сначала я был под прикрытием. Сначала? Но это чувство, когда все ставишь на кон, с ним ничто не сравнится. Это лучше, чем то, что я слышал о сексе. Достаточно! Ты заберешь этих двоих в участок? Я отправлюсь за карты темного мага. Я помогу. Мне не нужна помощь от собирателя карт. Я равнялась на тебя, Джо. Ты был моим голубоглазым белым драконом. Я иду одна. Ты не представляешь, насколько опасен подпольный Югио. Наша цель — карта Саян Темный Маг. Дизи, половина годового операционного бюджета ушла на создание этой колоды, которую ты используешь, так что будь осторожна. Я внутри. Хорошая работа. Войди в игру и посмотри, можешь ли ты вытащить нашего карточного вора. Вот это новое лицо, которое я хотел бы видеть. Сыграете со мной? Чтобы вы знали, мы тут играем на нечто больше, чем просто карты. Время для поединка. И что же такой милейший картежник делает в таком месте, совершенно в одиночку? Мужчине не нашлось места в вашей жизни? Уже нет. Еще одну. Сынок, ты выглядишь как Рок Ли на экзамене на чунина, ты уверен? Она права. Я вонючий собиратель карт. Мусор, которым жертвуют, чтобы сыграть хорошую карту. Ясно, тебе уже хватит. Не тебе решать, хватит мне или нет. Да будь ты проклята! На что уставились? Что ж, вы хорошо играете, но, к сожалению, эта игра подошла для вас к концу. Детектив. Все верно, мисс Дизель. Мы знали обо всем с момента, как вы пересекли порог. Эй, шеф, лучше пришли к Джо Фурио, потому что задница его напарника сейчас отправится в царство теней. Что? Ты не расслышала? Мы тут не на карты играем. Мы играем на души. Кто этот следователь из полиции Виабу? Это офицер Винг! Если у тебя нет карты, которая может побить Супер Саяна Темного Мага, тогда, полагаю, твоя душа теперь... Стойте! А, вот и он. Как раз вовремя, чтобы посмотреть, как я отберу все, что у тебя есть. Так же, как ты отобрал у меня все. Кто ты? Тот, кого ты должен был изгнать в Царство Теней, пока была возможность. Стой! Я знаю, кто ты. Так же, как ты отобрал у меня все. Тот, кого ты должен был изгнать из Царства Теней, пока была возможность. Я восьмилетка, у которого ты забрал голубоглазого белого дракона! Ты восьмилетка, у которого я отобрал голубоглазого белого дракона! Он был единственный в своем роде с опечаткой в силе атаки! И ты просто забрал его! Но теперь я собираюсь забрать твоего напарника! Нет! Слушай! У меня предложение! Все или ничего? Джо, что ты делаешь? Позволь сыграть одну карту. Всего одну. Если выиграешь, заберешь и мою душу. Нет, Джо, не надо! Что ж, хорошо. В Югио нету карты, способной победить темного Саяна темного мага. Ты прав. Такой нет. Кроме голубоглазого белого дракона с опечаткой в силе атаки. Нет! Много лет назад я забрал ее у тебя.
И пока она была моей, я не мог избавиться от зависимости играть на карты. Но мне это больше не нужно. Так что я возвращаю ее! Нет! Как насчет этого? Ты украл его голубоглазого белого дракона, но теперь он макроглазая коричневая штанина. Точно. Да! Отличная работа, Джо. 14-летний вернулся туда, куда должен был, не говоря о том, что ты вернул карту, и мы узнали о душах, украденных на турнире по Югио. Это не все, что я узнала. Да ну? Иногда ты просто должен сыграть по-крупному. А 14-летний Вадо? Это подлинный клок волос Клауда Страйфера. А это зуб кусачьего кота из Адзуманги Дайо. Получен после усыпления. Неплохая коллекция, Джо. Ты же еще упоминал Гандам МС-0DTR. Что-то я его не вижу. Потому что я его никогда никому не показывал. Он как часть меня самого. Фантастическая работа над дизайном и безупречное внимание к деталям. Джо, он идеален. Я знал, что свести вас двоих будет хорошей идеей. Минута. Произошло убийство. Отдел аниме преступлений. В ролях Сунгвон Чо, Райли Роуз Кричлоу и Кирк Грейвс. Авторы идеи Дарнелл Мёрфи и Фредди Вонг. Мне позвонили всего пару часов назад, вам лучше подготовиться к этому зрелищу. Это Рикс. 78 Зафирантес из второго ОВА сериала. Поэтому я так берегу свои шедевры. Особенно после последнего убийства. Какого последнего убийства? Точно такое же, как это. МС-06 Заку 2 из мобильного Война Гандама «Карманная война». Его туловище было удалено. Я заметил преступника, но он оказался шустрее. Стоять! Тогда-то мне и запретили носить оружие. Только эту идеальную страйкбольную копию доминатора из психопаспорта. А я говорил, что это серийный убийца. Говорил, что он вернется. Но мне не поверили. Но ты ведь мне веришь, Дизель? Веришь? Да. Да. Если что, я до сих пор не верю. Он взял туловище с предыдущего дела, а с текущего конечности. Зачем? Может, создает что-то. Но ничто не связывает эти модели Гандамов. МС-06, F, Заку 2 и RX-78? Они же из разных серий. Ова. Ови что? Первая жертва из самой первой Овы. Сегодняшняя из второй. И следующим будет Гандам из третьей. Нет. Господи, нет! Джо, подожди! Нет! Мне так жаль, Джо! Жалость не вернет голову моему робо-сыну! Джо, мне нужно, чтобы ты сосредоточился! Твой Гандам был заказан с eBay. Убей меня, Дизель! Избавь от страданий! Я нашла информацию на второго по счету покупателя на твой Гандам и на Гандам предыдущей жертвы. Это один и тот же человек. Невозможно! Он, должно быть, видел, какой код ты вел. Я знаю, что вы двое были близки.
Он за это ответит. Джо, не делай этого. Мы должны действовать по инструкции. У меня только одна инструкция. И это тетрадь смерти. Привет, Джо! Зачем? Потому что в моих руках инканон, Джо. Альтернативная вселенная для этого проклятого города, где мне не надо учитывать мнение авторов, чтобы сделать аниме, которое я желаю. Я использовал свое положение в ООП, чтобы мой план действовал. Я даже дал тебе в партнера Дизи, зная, что она зацундерит тебя так, что ты покажешь мне, как добраться к твоему Гандаму. Ты больной ублюдок. Ты предал закон. Мой фандом и есть закон. Вспомни все серии Гандама, которые ты видел. Они были веселые, да? Но такие несовершенные. И я удалил эти несовершенства. И создал идеал. Узри же мой фанфик. Господи. Что ты наделал? Он прекрасен, правда? Ты псих. Пора тебя остановить, шеф. Стой! Джо! Не делай этого! Не мешай, Дизель! Он забрал у меня все! Я знаю! Он сломал твой Гандам, а он метафора твоего сердца. Но все не должно кончаться именно так, Джо! Позволь мне быть метафорой твоего сердца. И твое сердце просит проявить милосердие. Опусти пистолет, Джо! Опусти пистолет. Нет! Нет, мой малыш! Я знала, что ты справишься, Джо. Что ты делаешь? Шеф показал мне темную сторону фэндома. Если этот город делает с нами такое, то мне пора уходить. С меня хватит. Увидимся, космический. Нет! Ты не можешь уйти, Джо! Это не ты. Твое сердце. Мое сердце не Гандам. И даже не ты. Оно как концовка Евангелиона. Сложное, грустное, запутанное и полностью разбитое.